Маленькие бантики или большие? Большие. Образ у Насеньки уже готов. Мы сейчас едем на последний звонок. Вот и пришло окончание учебного года. Да, я уже второклассница почти, но мы еще будем ходить в школу. Но там... будут квесты, будут экскурсии. Да. Будет очень-очень интересно для детей. Да. Ну, поехали? Поехали. Берем цветы и едем в школу. Кто какой букет берет? Мне два, потому что у меня есть и тьютер, и учитель. А у Саши тьютер. Да. У меня уже только один. А я возьму... Они у нас все красивые-красивые, правда? Я возьму один. Все почти одного цвета. Мы уже в машине, все нарядные. Отправляемся на праздник. С нами Инна. Всем привет. Привет-привет. Провели с Инной денек весело, да? Да. Дальше у нее с нами не получается ехать. Инна выйдет по своим делам. Мы увидимся чуть-чуть попозже. Да. Как настроение? Супер. Домашку все сделали? Конечно. Конец учебного года. Настроение должно быть мега класс. Да. Дождались последнего звонка? Да. Как-то этот год очень быстро пролетел. И теперь можно активненько отдыхать. Да, теперь лето, путешествия и отдых. У меня вот эти бантики как ушки. Ушки? Ну ты же захотела большие-большие банки. Настя с цветами бежит в класс к учителям, да? Да. Интересно, мы самые первые? Доброго ранку! Доброго ранку! Спасибо! Красиво! Боже, не верится, целый рик! Ангелина, самая первая, да? Ангелина, прийде, вже будеш сама вручати. Я ж не буду за тебе. Дякую! Настя покажет свое творение. Красота! Красивая бабочка на цветочке. У вас рисование урок? Да. Настя, ты сама нарисовала песика? Да. У Лизы тоже большие планы сегодня, да? У меня чучело получается. Смотрите. У меня чучело получается. Собачка. Собака. А, собака. Подружки идут втроем, да? Да. Все по парам, а вы втроем. Фоток. Классно! Настенька рассматривает билетики на видеожару. Дорогие наши подписчики, ждем вас на фестивале «Видеожара» 8-9 июня, город Киев, арт-завод «Платформа». Где можно купить билетики, ссылки оставим в описании. Да, мы с вами пофоткаемся, повеселимся, попрыгаем на батутов, если там есть. Да, пообщаемся с вами, ждем вас, нам будет очень-очень приятно с вами увидеться. Да. Ну что, пошли на батут? Попрыгаем? Давай. Ого, сколько у нас здесь тополиного пуха. Да, смотри. Сейчас пора, когда летает тополиный пух. Пока Настенька будет прыгать, ребята, посмотрите на праздник букваря. Пару дней назад у Насти в академии проходил праздник. Праздник букваря. Ага. Смотрите,
Вот обычное колесо. А я еще научилась делать колесо на одной руке. Показать? Да. Вау, класс. Настя, какой у тебя был праздник? Очень современный и креативный, правда? Да. Ребятам приятного просмотра. Настя уже в образе спортивной гимнастки готовится к выступлению. Идем в класс? Да. Настюша, поздравляем с окончанием первого класса. Спасибо. Фотку на память. Ну что, понравилось? Ставьте лайки. Всем пока-пока. Жду вас на видео жаре.